всем привет. Решил выложить видео про свою коллекцию. Собираю уже давно. Вот, это предварительное видео. Потом подробнее расскажу, что у меня есть. Вот, ну, начинал еще с PS1. Вот она. Вот, PS2. Вот, на PS2 не так много. 25 игр. Но игры достаточно редкие. В основном вот есть американка, Greatest Hits, Xenosaga 1. Так, Xenosaga 3. Второй нет. Star Fantasy Star Universe. Dot Hack GU. Первый ребён. Grandi 3 американка. Grandi 2. Недавно приобрел. Valkyria Profile 2. Сильмера. Dot Hack Outbreak. Star Ocean 3. Финалка 10. Так. Breath of Fire 5. Dragon Quarter Persona 4. Силдовый Dragon Quest 8. Kingdom Hearts. Shin Megami Tensei 2. 1. Lucifer Call. Shadow of Summary. В основном RPG. Все пока не буду. Со временем расскажу поподробней. На PSP. Вот, не так много. Вот, есть немножечко Essential. Вот, на PS3 где-то около 100. Пока собираются. Вот, есть на Vita. Вот, немного. Вот, на четвертую где-то 40. На One, Xbox, полтора десяточка. На Wii U, на Wii. Вот, на Wii. На 360 где-то 40. Есть пираточка на вторую Sony. Вот. Ну, ее где-то 1500 у меня. Потом покажу. Вот. Тут есть на DS немного. На 3DS. Вот тут на 3DS. На 360. На Wii. Так, это все оригинальные. Есть пиратка на Wii, на бокс. Вот. Есть Сонька. Сонька одна из ранних. PSP. Вот. Одна из первых модель. Сейчас сосредоточимся. Фокус наведем. 1001 модель. Наверное, не видно. Сейчас попробую. 1001. Конец 2004 года. Первая партия в Америку. Не японский регион, это американка. Одна из первых. Есть вот такая. PSP Slim and Light. В отличном состоянии. Не шитая. Коробочная. 2DS XL. Вот, на Blu-ray. Тут и пиратка, и оригиналы. Вот. Ну вот то, что предварительно. Телевизор Sharp Aquos для ретро-игр, контрастный. Можно вторую Sony подключать по компоненту. Вот у меня компонент. Вот компонент. Вот в Соньку вторую вставляем. И тут у нас идет отдельно аудио. Фирменный, кстати, кабель. Сейчас таких уже не делают. Вот. Звук хороший у телевизора. Как у панели хай-фай класса практически. Вот. То, что сейчас вот предварительно снял. Ну, дальше, может быть, продолжим знакомиться с коллекцией. Вот, есть немножко коллекционочек. Вот.
на 360-й бокс, кое-что на четвертую Sony. Вот тут небольшие они, вот есть тоже RPG-шки. Вот, да, на третью RPG-шек очень много редких. Очень много, практически все есть, которые были JRPG. Вот, модели. Все есть. Ну, на этом пока я завершу. Всем пока. Счастливо.